вещь, просто запомните ее. Когда вы, допустим, какому-то другу рассказываете про фильм, вы действуете так же. Вот смотрите, вы просто посмотрели фильм, приходите к нему и говорите: «Дружище, блин, помнишь, ты мне на прошлой неделе рассказывал про то, как вот ты размышлял о, там, о религии? Помнишь?» Такой: «Ну да, помню». Вот, и начинайте. Этот фильм, вот, помнишь, размышлял, да, проблему выяснили, да, он размышлял, думал там, что как, надо быть религиозным человеком или нет. И вы ему начинаете: «Вот, я смотрел фильм, предложение, наше предложение, в котором все полностью разбирается. Тут вообще офигительно, со всех сторон вот эта проблема религии, ну и вообще не проблема, а возможность религии, да, ситуация с религией разбирается со всех сторон, работоспособность. Посмотри!» Призыв к действию, отзыв — это вы сам, да? Кто мы, почему, он уже знает. Почему? Потому что вы с ним общаетесь. Не, отзыв тут можно. Я посмотрел, да, офигел, ну, да. У меня было столько эмоций. Да, в этом фильме режиссер, там, почему мы, там, кто-то там снимается в главной роли, твой любимый актер. Да. И на тебе диск смотри. Или да. Обязательно сходи, пока в кино идет сейчас, обязательно сходи. Дедлайн еще, да, вот здесь вот дедлайн, да, пока действие, да. Обязательно сказать, пока идет. Две недели он идет. Обязательно. Лучше смотреть его в кинотеатре, потому что, блин, по телеку фуфло полное. А в кинотеатре там вообще захватывает эмоции. Вот, да, да, да. То есть вот вы убеждаете, и потом послесловие. Посмотри, не пожалеешь. В конце, послесловие. Ну, еще послесловие. И вот вы продали идею, и вот вы продали фильм своему другу.